Ну что, будь готов, всегда готов, как Гагарин и Титов, как пелась песня. Ой, я вам что скажу, никогда не ешьте леденцы перед стримом. Это занимает кучу времени, ты сидишь как дурак и ни туда, ни сюда не можешь. С этой конфетиной во рту. Так, всем привет, всем hello, как говорится в Англии для особых специальных полицейских, я это говорю. А, на чем я вчера остановился, дайте вспомнить. Так, мы сделали квест для восточно-имперской компании. Надо будет, кстати, у них повышение попросить. И мы вчера стали клинком и затусили с Каем Касадусом. Прикольно оказался мужик, правда, немного криповый. Ну да ладно. Так. Соответственно, чем мы займемся сегодня? Я не знаю. Давайте, наверное, отправимся в Морнхолд. Попробуем там чего-нибудь такого интересного намутить. А именно, затусить I see I stand in good company. What can I do? участниками храма Альмвиси, или как ее там. Так, краб на месте, это хорошо, это хороший знак, значит стрим будет хороший сегодня. Выруливаем дальше. How fair thee, friend. Ой, ну и день сегодня был, друзья мои, ну и день. Всем бы такие дни, как у меня. Шучу. Никому таких дней не пошиваю. Так. Я вообще микрофон включил. Да, микрофон я включил. Значит, звук идет. Значит, меня кто-то, возможно, слышит. Угу. Поехали туда. Вообще мне Морнхолд напоминает чем-то, не знаю, Вьетнам. Вот. Хоть убейте, но есть такое ощущение, как будто я во Вьетнам попадаю. В Ханой какой-нибудь. Так. Ради интереса, кстати, можно сходить к местному королю. Посмотреть, что он скажет. На мое присутствие здесь. Правда, я уже тут немного нашалопайничал. В том плане, что я, получается, почикал его военных советников и его армию гоблинов. Тьениус Дилетан. Так, я капитан королевской стражи короля Хелсета. У тебя официальное дело или тебе что-то нужно? Так, официальное дело. Это Клин, да, мне известно твое имя, а я Тьениус Дилетан, капитан королевской стражи. Ты только что это говорил. Я имею некоторое влияние на короля Хелсета, а король Хелсет известен тем, что всегда щедро награждает своих друзей. У меня есть официальное дело, в котором ты бы мог помочь нам. Блин, можно поддержать короля. Ну давай. Среди народа ходят слухи о смерти короля Летана. Слухи, что Атин Летан умер не своей смертью. Конечно же, это все ложь. Поговори с людьми о смерти короля Летана. Они не знают, что ты мой представитель, и, возможно, с тобой они будут более откровенными. Дай мне знать, если ты найдешь источник этих слухов. Так, а действительно ли он умер своей, ну, естественной смертью? Нет абсолютно никаких доказательств того, что Атин Летан умер не своей смертью. Я уверяю тебя, абсолютно никаких доказательств. Ну, давай попробуем. Так, а что за король Летан-то? Кто-нибудь мне объяснит? Нет? Да? Ну ладно. А что ты скажешь насчет гоблинов, кстати? Мелкие паразиты. Я бы с удовольствием свернул шею собственными руками. Люди поговорят, что эту мерзость недавно видели в городе. Ну, я посворачивал шею им за тебя, так что не благодарен. Так. Нам вниз. Правосудие никогда не дремлет, прямо-таки как Москва. Москва тоже никогда не спит.
Так, ну давай начнем с тебя, мистер Фэнси Пэнс. Смерть. Он был стариком, старикам свойственно умирать. А теперь король Хелсет. Да здравствует король. Ага. Я понял, что ничего не понял. Напоминает растральную колонну, кстати. Хоть убейте, я ничего не могу с собой поделать. Так, давайте здесь, наверное, побазарим. Смешно, кстати, побазарим на базаре. Так, смерть короля. Король умер, да здравствуй, король. Что ты еще хочешь услышать от меня? Во дворце говорят, что он умер от старости. А что говорят в поместье Летан, я не знаю. Поместье Летан. Вот куда. Нам надо держать путь. А где это находится? Хороший вопрос. Так, а я тут смогу как-то вырулить туда? Нет, придется через храм идти. Так, ладно, главное тогда на этого не нарваться. Так, слушай, а ты сходил, кстати, на свиданку-то? Ох, посмотрите, кто идет. Мне нужно свести с тобой счеты, Клин. Ты о чем это? Так, про смерть ты ничего не можешь, кто-то особенный. Так, я тоже не там встретить его. Я вся горю от возбуждения и немного нервничаю, но я все же надеюсь, что ты в нем не ошибся, Клин. Я думал, вы уже встретились. Уже столько времени прошло. Давайте на всякий случай, наверное, 24 часа потусуемся. Ты все еще на месте? Ну ладно. Дождик кончился заодно. Ой, такс. Так, давайте на всякий случай уберем возврат с доступа магического. Так, туда мы не пойдем. Там этот неприятный тип. Так вот, а то, зная себя, я точно телепортируюсь домой, чего я пока не хочу. Хижу у него сапоги. Просто гигантские. Это жесть какая-то. Я в реальной жизни в такие же расхаживаю. Sorry, not interested. А я тебе ничего и не предлагаю. Видишь какой? Не заинтересованный. Так, садовник. Давайте поговорим с садовником. Возможно, убийца это и есть садовник. Так. Что скажешь? Так, говорят, он умер от старости. Может быть и так. Данмеры живут долго, но они также умеют держать свой язык за зубами. Ты что-то не договариваешь. Что-то ты темнишь. Так, ты когда на свидание пойдешь? Так, ох, привет, Клин, послушай, спасибо, что попытался свести меня с Морейной Гилнест, хотя у нас с ней ничего не получилось. Слышь, ты офигел? Почему? Я полагаю, что все прошло не очень удачно. Она была очень мила, но сказала, что больше не желает меня видеть. Ах, ладно, по крайней мере, мы хотя бы попытались, да? Почему? Что пошло не так? Я, пожалуй, даже думать не буду о женщинах какое-то время, если хочешь знать мое мнение. Ну... Не знаю, нормальный парень. Одет, конечно, не броско. Он еще немного экспрессивный, если кто не знал. Ладно. Так, Годс Рич. Поместье нужно... О, господи, я думал, там только голова находится отрезанная. Так, нужно поместье. Ну, у тебя и рожа. Будь проклят этот грубый тупой Норлинг. Я ненавижу его, клянусь зубами своего Малак Бала. Я отомщу этому невеже, это поразит его корпус. Так, давайте пока не будем ввязываться. Так.
что-то они там опять не то говорят. Так, крылатый гуар, бар. Бар. Прежде всего, давайте выпьем бутылочку Флина. Скинь монетку. Выпить это без особого удовольствия. Так, ну-ка, у тебя очень классная кираса. Ты кто такой? Ты занят. Понял. Сыграть в панцире? Ну, азартные игры церковь не одобряет, но давай попробуем один разок. Панцирь, да, вот, смотри, я кладу монетку под одного из этих трех грязи-крабов. Где они? Посмотрел, теперь кручу-верчу, забудуть хочу. Где монетка? За хорошее зрение получаем премию в размере двойной ставки, что скажешь? Ну, давай. На 100 монет. Отлично, я принимаю ставку. Ох, какая жалость, империста, ошибся. Желаю тебе удачи в следующий раз. Че? Окей. Как скажешь. Так. Мадемуазель. Так, он был болен, он был стар. У него не было сыновей или дочерей. Хелсет, внучатый племянник Литана. Борензия, племянница Литана. Королева Борензия отказалась от своего права на трон. Поэтому, согласно имперским порядкам, корона перешла к принцу Хелсету. А что ты про него можешь сказать, так, про Хелсета? Так, он наш новый король. Сын королевы Борензии. Хотелось бы мне знать, что произошло с королем Литаном. Его юным протеже Таллином Вандесом. Все это мне кажется очень подозрительным. Так, он был очень популярен здесь, в Морнхолде, по крайней мере, среди большинства людей. Король Литан относился к нему как к сыну и собирался сделать его своим преемником. Преемником, простите. К сожалению, с ним приключился несчастный случай. Тут я сделал скобочки руками, если что. Вскоре после того, как Хелсет прибыл в Морнхолд. Какая жалость. Так. Я ему хотел дверь открыть, но дверь ему мне не открыть. Ты что скажешь? Ну, они все то же самое говорят. Одно и то же. Ладно, это значит мне надо в поместье. Давайте его искать. Зал мастеров. Что такое? Что за место? Ты кто такой? Стоять. Ты говоришь со мной, имперец? Я полагаю, тебе нужны доспехи или что-нибудь из оружия, да? Ну, тогда почему бы тебе не убрать это лицемерное выражение лица и невежливый тон? Как грубо с твоей стороны, мужик. И не поговорить непосредственно с кузнецом. А я же всего лишь подмастерье. Я не могу ничего предложить тебе. Можешь считать, что меня здесь уже нет. Точно, я слишком хорош для этого места. Кай грячится около горячего горна. Это работа, которая больше походит плебеям. Не одобряю. Я имею в виду, посмотри на старого босса, на его рваную, запятнанную потом и слюную рубашку. Его голову похожа на гигантский арбуз. Блин, хочу арбуз. Пораженный корпусом. Корпрусом, да. Но на его нетвердую походку он же похож на гуара, пораженного венерической болезнью. Какое красивое сравнение, даже поэтичное, я бы сказал. Это чудо, что он еще забыл надеть штаны сегодня утром. В смысле, он забыл штаны надеть? Серьезно, может, не забыл штаны надеть? А теперь сравни его со мной. Да, только посмотри на меня. Я само совершенство. Посмотри на эти ногти. Ты знаешь, сколько мне пришлось заплатить этим грязным маникюршам из Хлау? Посмотри на мое безупречное телосложение, идеальные пропорции моего тела. Ты думаешь, боги создали такое совершенство, чтобы я гнил в этой кузнице? Конечно же нет, мой наивный друг. Для меня ясно, что мне суждено стать искателем приключений. Ну, искатели приключений обычно валяются в подземельях, в которые я захожу. Ты издеваешься надо мной, сосунок, слышишь? Я достигну высоты, о которой ты даже не мечтал. Я, во-первых, кстати, примус, так что ты бы это самое поосторожнее. Ты думаешь, у монстров и злодеев будет хоть один шанс, когда они встретятся с таким великим человеком, шагающим им навстречу? Нет. Они дрогнут и попадают в обморок при одном взгляде на меня. Я буду расшвыривать их тела одним взмахом руки. Мое величие неизбежно. Откровенно говоря, я собираюсь отправиться на поиски приключений уже сегодня. Запомни мои слова, имперец. Когда ты заглянешь сюда в следующий раз, меня ты здесь не найдешь. Ну, я свечку за тебя
поставлю в храме. Так. Доспехи на заказ. Так, что ты продаешь сначала? Давай посмотрим. Серебряные болты. Беру. Дамантиновая клеймора. Sounds interesting. Купить, что ли, ради интереса? Так, ремонтироваться мне не надо. Приветствую, имперец. Добро пожаловать в мою лавку. Ты пришел приобрести что-нибудь из моих знаменитых доспехов на заказ. Да, с твоим учеником я уже познакомился. Да, я делаю эбонитовые стеклянные доспехи на заказ, но все же моя основной специализация является адамантиновые доспехи. В скалах под Морхоном есть адамантиновая руда. Да, но они средние. Так, ты должен предоставить мне адамантиновую руду и оплатить за мою работу. Я сделал для тебя адамантиновые доспехи. Вот, у меня есть отпечатанный список требований и цен на доспехи. Ну-ка. Когда твоей жизни грозит опасность, ты всегда требуешь самого лучшего. А самое лучшее — это доспехи на заказ. Так. Так. Эбонитовая кираса. 30 эбонитов сердца. Дороговато будет. Дороговато. Вау. У меня пока столько денег нет. Да мне, в принципе, такие доспехи и не нужны. Поэтому пошли. Музей артефактов. Туда мы пока не пойдем. Я, может быть, сегодня, ну, где-то часик, два, полтора, не знаю, постримлю Моровинт. Потом, быть может, заведу кое-что другое. Хочется мне, знаете ли, внести небольшое разнообразие. Побудем немножко руфером. Руферство не удалось. Ну ладно. Так, Тендас. Садри. Летан. Ага, вот оно. Анрель. Привет. Если ты пришел, чтобы засвидетельствовать свое почтение, поговори с Равани Летан, вдовой короля. Что про смерть скажешь? Хорошо, я скажу тебе, что я думаю. Он был стар, но не настолько стар. Суперстар. Может быть, он просто умер, как они говорят, но может быть, кто-то помог ему. По рукам ходит газета, называемая «Доступный язык». Там говорится, что Хелсет отравил сотни людей на Западе. Так почему бы ему не сделать это и здесь? Мух, не одобряю. Оставь меня наедине с моей скорбью. Они убили его. Хелсет и его пауки. Все знают об этом, никто даже пальцем не пошевелит. Имперское правосудие. Ха! И я плевала на имперское правосудие. Они убили моего мужа, а теперь этот негодяй стал королем. Я проклинаю Хелсета и его род. Пусть они умрут завтра в слезах, наблюдая, как их дети умирают сегодня. Так, откуда ты знаешь, что он был убит? Все знают об этом. Это даже напечатано, чтобы все видели в газете, называемый «Доступный язык». Там говорится, что Хелсет отравил сотни людей на Западе. Если он был жестоким убийцей сейчас, почему бы ему и раньше им не стать? Так. Ну, не знаю. Доверять газетам как-то, ну, сами понимаете. Что скажешь? City of magic. Ничего не скажешь. Окей, мне надо найти газету, экземпляр газеты и желательно их офис. Их типографскую мастерскую. Где же она может быть? This is a grand day. Greetings.
Крылатый гуар. Я ж тут был, по-моему, да? А где тогда найти? Судя по всему... Блин, даже не знаю. Так, женщина, ну-ка. Ты чё стоишь? Действительно рада видеть тебя. Слышь? Это самое, не обязательно грубить. Так. Мне, получается, нужен... Номер газеты. Так, я где-то помню, вот здесь видел, недалеко. Давайте поищем. Пока мы ищем, я... Кое-что еще не сделаю попутно. Так, где? Где газета? Я ж помню, что валялась. Или я его подобрал тогда и выкинул. Наверное, где-то на рынке тогда надо искать. Блин, как бы вот мне с этим засранцем не столкнуться. Повздыхай мне там еще, придурочный. Интересно, он напевает. Так, да, вон она. Ну и что тут пишут у нас? Так, отпечатано на дешевой бумаге, содержит сенсационное разоблачение, касающееся событий, имевших место в Морнхолде. В одной статье приводится список тех, чьи интересы входили в конфликт с интересами бывшего принца Запада и кто умер при подозрительных обстоятельствах. Это явный намек на короля Хелсета, короля Моровинда. В прошлом принца Хелсета, королевство Вейрест, принца и Хайрок. У поэта не может быть цели выше, чем рассказывать правду о состоянии общества. Давайте возьмем ее с собой. Но читать мы ее, конечно же, не будем. Потому что что-что, а вот новости читать я не люблю, даже в играх. Хоть убейте. Так, ну теперь к этому. Главному от стражи королевской. Посмотрим, что он скажет. Только где вход-то? Вход где? Вот. Так, ну что, официальное дело.
Спасибо, что принес мне этот экземпляр доступного языка. Да, похоже, именно это и является источником слухов, хотя я не вижу источников или доказательств для таких предположений. Просто туманная ложь. Спасибо тебе. Очень хорошо. Я расскажу о твоем верном служении и выдающихся способностях королю Хелсуту. Я полагаю, что мы могли бы дать тебе еще одно задание. Например, мне недостает источников информации в храме Аль-Малексии. Не мог бы ты помочь мне найти информатора в храме? Нам нужен источник информации в храме Аль-Малексии. Ходят слухи о недовольстве в храме. Направляйся в храм. Попробуй найти там недовольных, выслушай их сочувственно и выясни, готов ли храм принять короля Хелсета. Или, может быть, храм планирует действовать против него. А является ли Хелсет верным последователем? Король Хелсет – верный сторонник храма, так и имперского культа. Одобряю. А теперь ты поможешь нам найти информатора храма, кто может рассказать, готов ли храм принять короля. Так, я понял. Ну, пошли в храм. Да я понял, что не спит. Пропусти меня. Я вот тоже никогда не сплю, судя по всему. Когда-нибудь я из-за этого сойду с ума, конечно, но... Так, давайте, наверное, попробуем получить благословение от данной личности. Держи. Спасибо за ваше колдунство. А чё ты так ко мне нехорошо относишься? Ты что, не доверяешь мне? Так, забирай. Амалексия protect us, if she still can. В храме определенные проблемы. Барышня. Так, недовольство в храме. Настали трудные времена, и они принесли множество страданий. Повсюду враги, да, есть недовольные, но наша вера исцеляет души и все такое. Так, услужения нашей леди пока нет. Недовольство в храме. Настали трудные времена, и они принесли множество страданий. Повсюду враги, да, есть недовольные. Но наша вера... Так, понятно. Все то же самое. Не знаю, мне такое ощущение, что я делаю что-то не то, что-то неправильное. Но я пока не уверен. Трудно понять, кто хороший, кто плохой. Так. Только членам организации. Ну и не надо. Ну и пожалуйста. Кто здесь? Надо, кстати, вспомнить, чем закончилась та история с призраком. Канализация. Отомстил ли я черным дротиком? Я думаю, я тебя убил. Нет, черным дротиком я не отомстил, поэтому давайте, прежде чем мы пойдем развлекаться с... Господи, как же их там звали-то? А, с информатором. Мы сначала попробуем что-нибудь совершить с этими бандитами.
только где мне их найти, как мне их убить. Потому что там надо какой-то рычаг нажать, что-то затопить. Я пока не знаю. Но ладно, я думаю, сейчас мы быстренько найдем. Блин, может найти заклинание, которое увеличивает скорость. Было бы довольно-таки полезно. Можно, конечно, передвигаться прыжками, но надо избавиться от этой дурной привычки. Сказал я, прыгнув еще раз. Так, я не был там, пошли туда. Призраки геи. Hello, Hulkmania. Well, I don't think so. You know, it's just a ghost. They don't have a gender or orientation, sexual orientation. They just bullying all the shit around. And that's it. Так, Запад. How are you? How was your day? Yesterday. Yeah. Not this one, but the previous one. Так, ну где же эти враги? Надо бы на самом деле почитать описание. Это же было так давно. Так, Карниус. Кассиус, Гавас. Вивик, Во. Рассказал мне, что есть способ утопить банду. Но сначала я должен найти механизм этого рычага, который похож как... Держатель факела. В восточном конце. А я в западном, да? Took dumb people to jail. Well, yeah, that's kind of good for society, I think. Wow. 2 kilos of cocaine. That's pretty much... What? Well, I don't even know what to say about this. I'm kind of shocked. Блин, а вот эти вот ребята, кстати, они довольно-таки... Ай! Чего? Чего? Какого? Блять. Окей. Окей. 5000 damage, you say, yeah? Holy shit. That's a lot of damage. Oh well. Окей. Then we will try to make a... I don't know how to say it in English. I forgot the word. Okay, I need a lot of water to drown these fuckers. Так, не это. Так, нет, мы не здесь пойдем. Это долго будет. Давайте через храм. Не-не-не-не-не. Нет, справим. Так, давайте переключимся. Храм. Храм, да. Так. По стеночке. Блин, правда, теперь все заново надо делать. Ну ладно, я думаю, как-нибудь переживу это.
вниз был. Где-то там. Угу. Так, мне нужно в восточное крыло. Кто здесь? Скелет, иди, покойся с миром. Давно пора. А, ну да, там мы не пройдем, точно. Так, обходим тогда тут. Так, восток, там, справа. Справа же? Да, справа. А не слева. Я понял, откуда у меня эта тема про то, что восток слева. Это все Егор виноват. Точно. Он меня запутал своим лево и право. Точно вам говорю. Так, мне нужен какой-то держатель с факелом. Восток. Давайте искать. Он на уровне головы. Говорил мне тот призрак. Здесь я все ползал. Катакомбы храма, сад храма. Ну, давайте походим, поищем. Long range attack. Yeah, I could try that, but I wanna find the lever that will, I don't know, put a lot of water in the catacombs of the temple, and I need to find the lever to do this, because I saw a ghost in this canalization, and he told me about that, that you can drown those motherfuckers. But if I not find this, yeah, I will try range attacks, I think. Or, you know, I could put, try to dance around them. And they will miss. Just like that. Whoop. Так, пока что я рычага не вижу. Просто текстурка. Так, давайте-ка. Где же рычаг? Обычно они всегда на видном месте. Плюс он выглядит как держатель для факела. А вопрос, есть ли там держатель? Ну, есть ли факел в этом держателе? Вот что не ясно, то не ясно. Блин, можешь забрать все факелы, чтобы проверить. I don't even know. Not this one. That's a lot of skeletons. Эй, что творим? А ну отстань. Изи. Да что ж такое?
Враги близко. Не сюда. На-на. Так, факел. Тут тоже нет. Ладно. Let's get back then and we'll try some long range attacks and don't forget to save. Because I don't wanna start from the beginning. Well, that looks weird. Не одобряю, плохо сделали. Так, а что там? А, там я был. Окей, Халкимания, which Russian word do you want to learn today? Tell me. I will teach you. Not good. Не хорошо. Let me time that for you. Нехорошо. Without the K is kinda weird. Yeah, like that. Так, а где они были? Я не помню. А, вот там. Не хорошо. Not good. And now you can go to the all criminal elements that you see and say to them. Не хорошо. Привет, опоссум. Не хорошо. Это немножко другое. And yeah, by the way, you can say не я хорошо. That will be kind of opposite. Because ня it's anime and kawaii and stuff like that. Japanese and Russian language together. That's kinda super language, I think. The language of the future. Так, окей. Да, представь себе, у нас на стриме полицейский из Америки. Так, ну эти дротики летят так медленно, что он целую вечность будет их прокидывать. А я буду целую вечность в него стрелять. А он, по-моему, даже не докидывает до меня. Да, ладно, можно без проблем постреливать в его сторону. Можешь с ним на английском пообщаться, будет прикольно. Погоди. Так, у меня кончились. Блин, я ж не купил, получается. Ё-моё. Так, давайте его выманим. Эть.
Когда эти дротики кончатся, отлично. Ай-яй-яй. Not good. Нехорошо. Нехорошо. Is best. Говорит твой English. Ну, ты все равно попробуй. Без. Бед. Your English is very bad, говоришь. Well, mine is very bad too. Да что ж ты будешь делать, а? Well, that kind of sucks. Да ты, ты. Go away. Ага. Ну и кто теперь? Это самое. Ну вы поняли. Так, давайте выздоровеем. Окей. Атак! Ай. Да ты. Тихо. I am like a dog. I understand everything, but I don't speak. Well, you are a very good dog, then. Very good. Стальной дротик, прекрасный. Живой дротик. Ёлки. Живой дротик. Давайте возьмем. Мы можем, кстати, тоже, наверное, попробовать их пометать. А? Don't kill me. Так. Так. Дротик вымогателя. Карминовый дротик. Прекрасный дротик вымогателя. Давай-ка попробуем их же оружием сражаться. That was interesting. Так, это мы забираем, это мы забираем. Черепа. Пивная кружка, череп, череп слуги. Немножко одежды. Some money too. Metal bucket. Let's take it. Attention. Это мой ящик. Я держу в нем свои вещи. Держитесь от него подальше, или вы подохнете, как дурзок Гиура, который перестал двигаться после того, как сел на него. Еще немного вещей. Жусть. Так. Сколько я уже час почти стримлю, да? Наверное, еще полчаса, может, час. Потом попробую другую игру запустить. Так, я тут был. Какого фига?
Странно. И что, это тупик, что ли, получается? Как-то не густо. Я даже немного разочарован. Очень странное место. Но враги тут, конечно, более прикольные. Вот только где рычаг, о котором он говорил мне? Вообще, они тут очень странные, все эти рычаги. Ну, не рычаги, а держатели для факелов. Они все, как бы, с ними взаимодействовать нельзя. Даже факел забрать невозможно. Опаньки. Окей. Okay. I found it. Oh shit. God damn it. Run. So, okay. Basically, I just killed all the Black Darts members. And I found the lever. And I killed them twice, I think. Cool. Cool. Very cool. Ну ладно, мы не будем здесь больше тогда плавать. Пошли найдем призрака. Только где он был? Не помню. Take this. Potions. I don't use potions. Блин, вот теперь попробую вспомнить, где я его видел. По-моему... Там, где была куча гоблинов, но я не уверен. Ладно, найдем как-нибудь. Помню, что он стоял в каком-то тупичке. Катакомбы храма, по-моему, да. Или в саду храма. Ну, давайте через катакомбы, наверное, пойдем. Плюс надо будет его еще его женщину найти, но где женщина-то я помню стоит. Так. Ладно, я решил выбрать сложный путь, судя по всему, но фиг с ним. Юху. Где мое любимое заклинание? Возьми. Так. Где-то здесь, возможно, будет еще этот парень, который помогал нам алтарь очистить. Ау. Here. Yep, just like that. Так. Что тут у нас? Ничего. Хм.
Is it skulls? Yeah, it's skulls. Very, very bad skulls. Иди-ка сюда. Эй, не-не-не-не-не. Нихт. Найн. Ишь какой. Окей, let's just waste this darts. Хотя один можно оставить на память, на самом деле. Я сомневаюсь, что это случится. Так. Я помню, когда маленький играл, мне очень доставлял тот факт, что в игре есть сюрикены. Ой. Don't touch me. Стел подобрать. Это прикольно. Алибарга. Алтарь. Нет, вот алтарь мне точно не нужен. Хотя я помню, что на пути к алтарю я находил того парня. Ну, я имею в виду призрака. О, ты все еще тут. Как дела? Я рад, что все кончено. А ты не хочешь уйти отсюда? Нет? Ну ладно. Отдыхай. Я рад, что ты нашел место в этой жизни. Нам всем есть чему поучиться у тебя. Вот где-то рядом он был, вот где-то тут. Я прям чувствую его. I can smell it. Вот только где именно? Я не помню. Эти подземелья сходят меня с ума. Да. Я опять вышел сюда? Серьезно? Так, окей, я начинаю ходить по кругу. Блин, а может он исчез после того, как я убил всех этих? Типа он почувствовал себя отомщенным и просто...
испарился. На его месте я так бы и поступил. Знаете ли. Катакомбы храма, сад храма. Так, я оттуда пришел. Канализация храма. Ну, пошлите туда. Блин, где же я его находил? Кто бы мне напомнил, кто подсказал, тот, кто видел прошлый стрим. Но таких-то людей здесь нету. А сам-то я не помню. И... Ладно, что-нибудь придумаем сейчас. По-моему, он здесь справа должен быть. Пожалуйста, окажись справа. Yeah, he was over here. I remember that. But he's gone. Okay, then. We should try to speak with his girlfriend. Well, yeah. Куда нам? Заброшенный склеп. Нет. Храм Моранхолда, нижний уровень. А что там, кстати, находится, интересно? И вот там. Так, там я был. Там я был. Ну, давайте там посмотрим сначала, что находится. Потом. Так, я тут не был. Ага. I can see you. Так, ладно. Отлично. Значит, нам туда потом. Потом надо будет как-нибудь попасть. Скорее всего, по квесту. Вообще там на Foxhole выпустили новое дополнение. А, я понял, что за храм нижний уровень, кстати. Так вот, на Fox выпустили новое дополнение. Ну, не дополнение, а обновление. И я хочу его как-нибудь заценить. А, блин, тут тупик точно. Ну ладно, пошли тогда из храма выбираться. Вот, хочу его заценить. Правда, там добавили только новый транспорт один для сбора, разбора барахла, а именно строений. Вот интересно, как они это реализовали. Плюс, по идее, там починили просадки FPS, что тоже хорошо. Так, главное не попасться вот этому. А еще... Господи, надо найти опять газету, ту самую. Газета лежала здесь. И в подземелье рынка. Точно, да. Так, где газета? Газета здесь. Нет? Да, вот она. Берем ее. Так, мне что-нибудь на продажу. На продажу, в принципе, у меня
Ничего особо нету. Денег у меня, кстати, тоже не особо. Наверное, надо будет вернуться домой. Забрать что-нибудь на продажу. Так, она вон там была. Мадам. Они мертвы. Ты убил их. Ты ликвидировал банду черного дротика. Это чудо. Вот, пожалуйста, возьми это. Его дал мне Варинар. Оно принадлежало его семье. Я уверен, они все с радостью отдали бы его тебе. Большое спасибо тебе от меня, от семьи Варинара и его духа, а также от всех жертв банды черного дротика. Кольцо Варинара. Что за кольцо? Полная туфта. Уэп. Ну ладно. Совсем не обидно. Давайте бросим его тут. Причем у меня на очарование это уже что-то было. Как мне помнится. Так, продолжим декорацию нашего чудесного дома. Опоссум, зацени, я решил в стаканчик складывать монеточки. Авось когда-нибудь, да, насобираю. Так, ведерко. Нет, определенной цели у меня нет, если честно, на что я их собираю. Я их собираю просто потому, что мне нравится что-то собирать. Ты не поверишь, но я прям как опоссум. Ну или не знаю, на черный день, если там внезапно мне понадобится 100 тысяч миллионов, я такой, ха-ха, пришло ваше время, монеточки. Не получается. Так, такие сапоги у меня уже есть, значит, да? Ну, я их продам в таком случае. Ну-ка, а ведерко в ведро? Не особо выглядит. Ладно, тогда рядышком просто поставлю. Так. Отдыхаем. Ну, что я хочу сказать? Давайте, наверное, попробуем сейчас другую игру. Я все-таки хочу ее потестить. Если она захватится и заработает, то будет круто. Так, дайте тогда мне сначала только поменять игру здесь. Так, тут она поменялась. Обновить информацию. Информация обновлена. Так, где сама игра? Вот она. Бам. Надеюсь, она нормально альтабуется. Так, погодите. Одну секундочку. Давайте я ее сделаю потише, наверное. Вот настолько. Так, захват игры свойством отдельного окна. Это. Угу.
Так, давайте проверим, как она захватывается. Как будто она слишком сбоку, если вы понимаете, о чем я. Сейчас. Моментус. Один моментус. Она просто слишком громкая для меня. Перерыв будет на 2 недели, потому что работа и перекат на другое жилье, где живут котейки. Где настройки? Настройки аудио я не вижу тут. Да, в микшере ее просто потише сделаю себе. И она вылетела. Ничего, спокойно. Сейчас все будет. Смотреть за котейками все верно. Так, давайте сразу начнем. Ну да, она как будто не совсем по центру. Блин, мне, наверное, придется ее в окне запустить, что ли. Ладно, пока что заставка идет. Туманным октябрьским вечером Джек Кроу приехал в горы Трансильвании, чтобы присоединиться к своей семье и ближайшим друзьям в замке Малаши, где должен состояться обряд бракосочетания его старшей сестры Ребекки с сыном богатого румынского графа. Джек прибыл на день позже остальных и уже предвкушал пышные празднества, однако, когда экипаж подкатил к мрачному, зловещему замку, Джека охватило ужасное предчувствие. Возница высадил его перед замком и торопливо хлестнул коня. Джек остался один в темноте. Фонарь едва освещал черный чугун высоких ворот. Джек толкнул тяжелые створки. Ворота медленно отворились, и его до самых костей пронзил порыв ледяного ветра. Содрогаясь от ужаса, он шагнул во внутренний двор, приготовившись к самому худшему. Да поможет ему Господь. Вот такие пироги с вампирами. Так. Я понял, в чем дело. Так. Не понимаю, почему так выставилось. Сейчас все будет, господа и дамы. Так, нет, отмена миссии, Да, я понимаю, я вот пытаюсь это профиксить.
Сейчас, по идее, должно нормально быть. Ты мне скажи лучше, как по звуку. По звуку как. Старый клинок Джека. Вроде норм. Хорошо, если будет не норм, то ты мне лучше сразу говори. То есть меня погромче там, игру потише, вот это вот. Ебать ты. Как же мы были слепы, сын мой. Граф, хозяин всего замка, вампир. Возьми мое распятие, эти твари боятся его, как огня. Приведи доктора. Игру лучше потише, я тебя понял. Сейчас сделаем. Сделал потише. Знай, я тяжело ранен, силы мои на исходе, и жить не осталось недолго. Если ты не придешь ко мне, доктора, душа моя предстанет перед Богом. Но главное, помни, что площадь у главного входа, откуда ты пришел, является святилищем. Детям сатаны туда нет пути. Найди доктора Амерсфилда, Кингстоунов и Грегори. И отведи их в это место. Сейчас они прячутся в восточном крыле. Я осветил некоторые коридоры в нем, и теперь они светятся зеленым светом. Это поможет тебе найти путь, сын мой. Будь смел перед лицом дьявола. Аминь. Крепись, мужик. Все будет, но не сразу. Так, патроны. Патроны. Так. Ну, про тебя я помню. Ау. Ау. Ай. Так, я думаю... Ну, мне кажется, что игру надо еще потише сделать. По крайней мере, у самого себя. Потому что я таким образом сейчас оглохну нахер. Вот, давайте на десяточку. Так, пожалуйста, не вылетай. Спасибо большое. Так. Аптечка. Еще аптечка. Гробы сами по себе не открываются, знаешь ли. Летит ты стрёмно. Летит ты мерзко. Отдыхай. Так, а вот аптечка нам. 5. Так, раз игра нормально захватилась, то давайте я вот сюда перейду. Так, пока пройти сюда не могу. Вот сюда могу. Ну, тут Friendly Fire у них есть, прикольно. Ай. Так, у меня персонаж устал. Давайте отступим немножко. И подберем аптечку. Готово. Собакин. Собакин. Собакин немного парализован происходящим, я его прекрасно понимаю. Так. Ну-ка, кстати. F5. Аминь. Так. И тишина. Но не в этой игре. В этой игре как раз таки звуков полно. Дядя, крепись. Скоро буду. Так.
Что тут у нас? Зловещие поместья. Наконец-то. Мне нравится, как ботинки скрипят у главного героя. Сразу вспоминаются приключения Шурика. Кладбище. Кладбище. Обратно в помойку. Книжка. Энциклопедия живых мертвецов отца Авиля, часть 7. Вурдалак — представитель семейства демонов, который способен мгновенно появиться в любом уголке замка. Вурдалаки подобны вампирам, поскольку являются неумершими мертвецами. Однако они не пьют кровь, а питаются плотью людей. Вурдалаки не обладают ни волей, ни интеллектом. Их можно отпугнуть с помощью распятия. Ну, типичная питерская будва. Коим я и являюсь. Если вы видите графические артефакты, то это нормально. Я их тоже вижу, причем в больших количествах. К сожалению, это особенности игры. Она супер старая. Поэтому мы в этом все вместе страдаем. Саундтрек прикольный, мне нравится. Ключ от усыпальницы нужен. А где мне его найти? Энциклопедия живых мертвецов, часть 5. Вампиры-тени — древние и очень уязвимые существа. Эти твари полые внутри. Их усохшие скрюченные тела защищает лишь многослойная рваная накидка. Они боятся священных предметов и гибнут при виде распятия. Вампиры тени всегда нападают из темных заколоков, поэтому их атаки смертельно опасны. Ага. Так. Он еще и мансить вздумал. Офигевший. Так, ладно. Что это? Ключ. Ключ от восточного крыла. Замечательно, пошли. Я его в прошлый раз в другом месте, кстати, нашел. А, тут, по-моему, процедурно генерируемый замок. Собака. С собаками здесь у меня разговор короткий. Ты живой? Живой. Так, парочка осиновых кольев. Ай, ёпта, у нас. Гав. Ну, ты-то другая собака. С тобой я так не буду обращаться. Хотя, если ты будешь плохо себя вести, чем черт не шутит. Глядишь, я в тебя колосиновый вгоню. Ёпта. Вот этот вот. С размаху так. Нэнах. А в этом приятного мало, поверь мне. Я знаю, о чем говорю. Не, ну я дико тащу саундтрек к этой игре. Надо будет его скачать, что ли. Так, часть первая. Вампиры. Ночные создания. Днем они впадают в сон, похожий на кому. Прям как я.
Так, обычно они обладают различными сверхъестественными способностями. Вампиры не любят чеснока, солнечного света, священных символов, например, распятия или святой воды. К тому же им необходимо отдыхать в своей могиле. Их можно убить, воткнув им в сердце осиновый кол. Видишь, нужен только осиновый кол. Так, у меня произошло отключение от чатика, я не знаю, что мне там пишут. Подключение к чатику возобновилось, поэтому можете писать мне дальше. Ваши всякие пакости. Так. Патронов по-прежнему нет. Бо. Немножко пуль. Бляха-муха, надо быстрее. Сука. Какое неприятное место. Ладно, мы справились. Так. Да что ж ты будешь делать, а? Сука! Сука! Нет! Я слишком молод. Блять! Так, ладно, Мансим. Мансим! Мансят не так придурочный. Эх, сука. Что же вас так много? Бляха. Пошел нахер. Ну, сука. Ну, сука. Пошел нахер. Бля, патроны кончились. Так, там была аптечка, я помню. Срочно, срочно за аптечкой. Аптечка, иди сюда. А, бля. Ну что, сучка. Come to daddy. Ать, еб твою мать. Тихо, тихо, тихо. Да, сука. Так, у меня небольшая проблема. У меня кончилось ХП. Собака пошла вон. Так, у меня кончились осиновые колья, это плохо. Напишите кто-нибудь что-нибудь в чат, а то мне непонятно, есть ли у меня с ним связь. Ёб твою мать. Так, в чат что-то никто ничего не пишет. Ну, господа и дамы, да ёб твою мать. Так, ладно, напишу что-нибудь я. Сейчас, секунду, тест. Непонятно. Какая-то мистика. Ай, сука. Блин. Ладно. И у меня кончились патроны. Да, да. Зато аптечку нашел. С вами я потом разберусь. Но сначала дайте мне уничтожить тот портал. Блин. Так, F5.
вперед. Нормально. Все. Хай, Джек, как поживаешь? Слушай, Джек, тут на моих глазах вампиры потащили Грегори в восточную башню. Может, попробуешь спасти его? Он же твой друг. Хотя меня, если честно, больше интересует моя женушка. Не мешало бы ее найти. Да и докторичку смелой Софи заодно. Но и задерживаться тут не стоит. Ровно час нас тут всех прикончат. Да, старина, у нас же с Эмили где-то в сундуке был револьвер. Сундук у главного входа. Слушай, если мы туда доберемся, я отдам тебе эту пушку. Бесплатно, только давай уж поскорей. Ну, сейчас попробуем. Ты идешь? Идем. Камон. Там мужик. Нет времени на эти глупости. Иди вперед, я прикрою. Так как ты меня прикроешь? У тебя даже ничего нет. Бесполезный мешок в цилиндре. И... Так, я снова призываю жителей чатика что-нибудь написать, дабы я понимал, все ли нормально. А то у меня какая-то фигня произошла, и чат перестал работать. Меня это заботит. Так, игнорируй мертвого мужика, ну полумертвого, он еще живой, и следуй за мной. Спасибо, старина. Смотри, поторопись, а то на эти этажи. А я тут пока гляжу. Револьвер с кучей патронов. О, да. Но мы его пока тратить не будем. Ты еще живой? Да. В пять. Так. Там что? Там тупик, по-моему, был, да? Да. Да, точно. А мне интересно, куда исчезли двое мертвецов отсюда? Я ж тут не всех убил. Хм. Странно. Зато вот ты появился. Так, ну давайте сначала, наверное, там посмотрим, что происходит. А, здесь я нашел этого мужчину. Пошли наверх. А, ну сейчас. Ёб твою мать. Вниз упал. Давайте тоже спустимся, прикончим его, чтобы мне в случае чего жопу потом не надрал. Мать твою. На обратном пути. Кто здесь? Покажись. Так. Чудесная уборная, между прочим. Блин, вы мне так сейчас все патроны потратите. А мне бы этого не хотелось.
по определенным причинам. Блин, три последних патрона. Ём, твою налево. Пороха, пули. Ну ладно, сойдет. Так ощущение, как будто у всех твич упал, и я остался здесь один наедине с самим собой. Либо все испугались. Что тоже вероятно. Но бояться-то нечего. Я же с вами. Эй, Джек, привет! Рад тебя встретить! Рад! От этой чертовщины мне уже стало скучно, понимаешь? Стало скучно! Вот-вот. Ну что, у тебя? Че, идем? Пойдем-ка, Джек, пойдем. Может, серьезно? Так, погоди, я подберу патроны. Это в наших же с тобой интересах. Знаете, даже хорошо, что мы сюда пошли. Я думал, я, правда, круг совершу. Но нет. Обернись. Неважно. Ты бежишь там? Блин, в стену врезался. Так. Согласен. Полностью согласен. Блин, вот мне что не нравится, то что с каждым таким персонажем надо будет проделать охренительно огромный путь назад. Это ж с ума сойти можно. Я уже запутался, где я, что я, кто я, как я, зачем, для чего и от чего и почему. Они еще невообразимо тупят. Ну, чего? Ты что там делаешь? А ну, прекрати. Давай быстрее. Там тебя умирающий священник ждет. Поэтому у нас нет времени на твои дурачества. Мужик, ты живой? Да, еще шевелишься. Ой, чудесно. Так, пошлите внутрь. Спасибо, Джек, спасибо. Ты давай иди за остальными. Времени-то мало, маловато времени-то. А если тебя ранят, ты иди сюда. Господь наградит тебя, Джек. Но твои близкие сейчас в когтях у дьявола. Так, ну что? Некоторая кучка людей уже спасена. Давайте спасать другую кучку. Пойдем, наверное, там, где был большой красный камень. Туда пойдем. Или нет, или вернуться туда, где доктор был. Не, давайте все-таки пойдем туда, где каменюка была. Посмотрим, что там находится. Ничего смешного здесь нет. Я еще не шутил пока что. Темно, блин. Ах.
Почему осиновый кол такой неудобный в обращении? И сколько у меня этих колов осталось? Ах ты ж поляха муха. Что ж ты будешь... Да что ж ты будешь делать, а? Иди сюда, обезьяна. Понял. Во. Опоссум. Наконец-то появился. Я думал, я совсем один остался. И думал, что у меня чат полностью отвалился. Я кричал. Я плакал. Я слезно умолял кого-нибудь написать что-нибудь в чат. Но ответом мне была только тишина, при которой что правильно, мертвые стоят. Блин, будь у меня коса, и будь я мертвый, я бы тоже, наверное, прыгал. Знаешь ли? Так, получается, следующее, куда мы попадем, это комната боли. Боли. Что напомнило мне о том, что я хотел послушать группу Пошлая Молли, к слову. Как бы странно это ни звучало. Так, комната боли там, но давайте сначала здесь. А, нет, там тупик был точно. Срань господи. Пошел нахер. Кто здесь? Что за тарабарщину ты несешь? Мне очень нравится, что враги умирают от пистоля практически с первого выстрела. Это прям так пафосно. Да. Блять. Кроме тех случаев, когда ты промахиваешься, конечно. Блин, не перезарядился. Ай, сука. Блять. Это кто еще? Да твою бабку. Блять. Нет, я давно сохранялся. Сука. Так, это было жарко. Идем за птичкой. Блин. Да ты шутишь, а? Кто? Где? Покажись. Сука. Я же в упор выстрелил, твою же мать. Я только аптечку взял. Сукин ты сын. Ну, блять, х, тьфу тебе в ебальник. Ну, тварь. Ненавижу. Ладно, рисковый сейф. Но мы рискнем все-таки. Ведь риск — дело благородное. А кто не рискует, тот не пьет шампанского. А я бы шампанского сейчас выпил, если честно. Ключ от восточной башни. А вот где эта восточная башня находится, я не помню.
Ой, сука. На нахуй. Так, остался у меня только один меч. Комната боли. Эх, аптечечку бы. Маленькую, нежную, няшную. Нужен ключ. Блин, если бы я помню, где эта восточная башня находится, я был бы так счастлив. Ох, сейчас чихну, дамы и господа, погодите. Ах, ё-моё. Аллергия на стримы. Спасибо. Извиняюсь за то, что чихаю. Дайте водиться и спью. Так, я ж тут был, да? Да. Вообще, я что-то есть захотел. Восточная башня. Thanks. Looks kind of dangerous, you know. Кто? Где? А. Это ты? Ай! Шорткат. Прикольно. Мне нравится. Так, что у меня по патронам? По патронам у меня ничего. Святой воды у меня тоже нет. Осиновых кольев у меня тоже нет. Ну, this is fucking great. Поехали наверх. До полуночи осталось ровно час. А что будет в полночь, мне, о, господи, неведомо. Эх, стреляют. А у меня нет хп. Тетка стонет. Ты не попадешь. А, сука. Г, мать его, Г. Грузимся. Блин, а я далеко. Да, относительно далеко. А, я, получается, грузанулся до спуска вниз. Ну ладно, хрен с ним. Теперь у меня немного больше жизни, поэтому больше шансов справиться с ними. На нахер. Эй, сукин ты. Пёс. Как она меня бесит, а.
Да завали. Ой, сука. Боже, противничая тетка, а? Просто как испытать мое терпение? Начните ахать. О нет. Солист группы Дженейр. Только не он. Где он? Идти ты тупой. Так, помнится мне, что ты должен превратиться в кучу вампиров. Я этих вампиров должен подстрелить. Сука. Ни хера не вижу, если честно. Куда он делся? Ага. Так, вот он сейчас. На, нахер. Так, вроде всех убил. Соответственно, если я правильно помню, то он должен будет появиться здесь. Да. Здорово, мужик. How do you do? Просто утро понедельника в цвете. Так, книжка. Из манускриптов Гримвальда Вориуса. Древний князь вампиров Маваши был замурован в гробнице в самом сердце замка много сотен лет назад. Гробницу соорудили недруги вампирам, чтобы не дать ему воскреснуть из мертвых. Она запечатана заклятием, разрушить которое можно лишь человеческими жертвами, принесенными с первыми лучами солнца. То-то же. Так, патроны для револьвера. Берем. Маленькая аптечка, большая аптечка. Еще патроны. Осиновый кол. Так, надо не забыть тетку снять. Я уже как бы, ну, начинал проходить эту игру. Но там кончилось с тем, что я в итоге эту тетку пристрелил. Вот, поэтому я начинаю ее заново сейчас проходить. Специально для вас. Да. Она, возможно, не так интересна, как Муравинд. Пожалуйста. Но свое очарование у нее, конечно, есть. Застрял. Так, по идее, мы тетку опустили, пошли ее спасать. Так, а как? А где? А вот. Ну вот, давайте, наверное, женщину сейчас спасем. Я пойду отдыхать. Так как завтра рабочий день, а я голодный, как оказалось. Хочется покушать перед сном.
Боже, какой приятный сюрприз! Джек, вы так похожи на отца. Покрести меня тут еще. Я, конечно, пойду. Но не забывайте, что я дама, не бегите. Вот именно на этом моменте я ее убивал. Ай, что мне задамаживало? Ты что, меня ударила? Сука, нет, я падаю. Да что происходит? Мать твою. Хватит. Make it stop. Make it stop. Блин. Ехай быстрей. Нормально. Так. Шорткат. Я помню, был шорткат. Блин, я думал, она вверх уехала. Так, а вот привидение я здесь не победил. Пёсик, ко мне. Какой пёсик? Поехавший. Что ты несёшь? Так, всё? Всё. Ты идёшь? Чего ты там встала? Слышь, у нас нет времени на это. Давай, вперед. Я, конечно, пойду. Но не забывайте, что я дама, не бегите. Бля. Как хочется ей в лицо выстрелить. Вы бы знали. Вы бы знали. Но я сдержусь. Ведь герои всегда сдерживаются. Пёсик, пёсик, ко мне. Да подожди. Знаю я, где твой пёсик сидит. Спасибо, Джек, вы очень горд. Кстати, а как же ваш отец? Вообще... Раз я знаю, где пес, то давайте еще и пса спасем. Может быть, пес нам тоже что-то интересное скажет или даст. Кто знает, он же пес. Так, где он был? Не, по-моему, все-таки справа находился. Да. Пёсик, пёсик, ко мне. Всегда будет рядом с хозяином, он верный пёс. Сириус ли? Я себе собаку заимел. Так она же сдохнет. Слышите, я не хочу брать на себя такой груз ответственности, я не готов. Конечно, если его убьют, то я буду как Джон Уик прям раздавать здесь, но мне бы не хотелось доводить все до такой степени. Так, слышишь? Ты останешься с ней? Гав-гав. По идее, он остался здесь. Да, так нет. Сейчас мы эту ранку подлечим. Будешь как новенький, даже лучше. Так. Какой криповый доктор. Так, ладно, давайте, наверное, на этом на сегодня закончим. 2 часа отстримлено. Это вполне неплохо. Завтра, наверное, еще один стрим проведу. И будет двухнедельная пауза. Спасибо за пожелание приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Всем чмоки в этом чате. Муа.